the blues on the run. Man, we going like a big man in the run. Now the organ player gonna bring a little blues with me. The organ man playing a little blues with me. Diggy lady, we got to go. We got to get the airplane. You wait and see. Так, ребята, всем добрый вечер, в эфире Тварына, и начинается наш геройский стрим, турнирочка вне закона против Димы Сурмая. Полуфинал, решающая партия, счет 1-1, best of 3, победитель выйдет в финал, где сразится с Хэллайтом. Сейчас будем черкать шаблон. Что-то с форумом. С форумом что-то происходит плохое. И никто это не чинит. Печально. Это Мерлин, наверное, сглазил, я думаю. Наш форум православный, как считаете? Так, что тут у нас? Вне закона. Так, значит, что... Так, рестарт, ла-ла-ла. Так, ла-ла-ла. Мы играем в рандом, смена света при рестарте, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Вот там ссылочка на тему турнира сразу. Чтобы вы понимали, что я читаю сейчас. Так, стандартным черком 8 шелов. Черкать шелов начинает красный. Цвета в таблице. Знаете, по красным. Для финальной игры СБУ-3. Непонятно.
Welcome to the club. And the honky tonk clubs were the dance all night. We do the rock and roll till the broad daylight. Get that feeling that you wanna rock, and you head for the club that don't ever stop. It's N-I-G-H-T. Короче, монетку запилить. Так, сейчас перезайдем с монеткой, значит, с нами. Стримчик не подлагивает, а вроде нет. И пендаля медленно надо. Хорошая, кстати, идея. Мне нравится. Так, продолжим далее чтение. Значит, цвет выбирается монеткой. Тут кто красный, тот. Ну, начинает черкать шаблоны. И этот цвет для первой генерации, потом будет смена цвета. Как-то так. Монетку, где мы с вами, окей. Все, говорили бы стать этим чатиком, все, все, пошел на варе, там, да, удачи. Так, теперь без хэвэрус, все, возьмем. Так, мы поехали черкаться, значит, черкаемся полностью. Панику давай, у нас Дима Сурмай. Вот синим-то лучше быть, по идее, на черке. Он я. Так, значит, хорошо. Спайдер черканем. Так, мне кажется, или чат Твича не отображается. Почему-то. Вот, да, надо перегрузить.
Так, вот, через Twitch заработал. Всем ребятам привет еще раз. Так, он, значит, убирает 8XM. Давайте Diamond черканем. Ставим Джебус Мининосту 6 ЛМ. Он черкает, я в конце делаю выбор. Нормальный ход, по-моему. Да, ребят, счет 1-1, это решающая партия. Начинаем катки, играю. Привет, была уже, было две игры, счет 1-1. Я слышу, хорошего стрима, спасибо. Стрим идет, дропы. Дропы. Так, 6 ЛМ или мининосты. Не знаю насчет дропов, по идее должно не лагать. У меня не лагает, дропов нету. Еще вроде все нормально показывает физды. Так, ну что, мининосты или 6LM? Мининосты или 6LM? Мининосты это больше рандом. 6LM это рандом по дорогам, а мининосты рандом по компам и трэжу. Мининосты более жирный шаблон для этого, для анархии и закона, наверное, более подходящий. Мерлин говорит 6LM 10А. Послушай, Мерлин, сделай наоборот. Народная мудрость. Чё, ГГ не показывает? Да показывает. Ну, 6LM я выиграл, кстати. Мы играли две игры вот с Димой Сурмаем. На Даймонде я проиграл. Ну там чисто по раскладу. На 6LM я выиграл. С 6LM что-то означает? Это означает, что не надо капсить. Предупреждение лови. Это название шаблона. Кто старый сервант, так Мерлин же. Сот играйте, сот. Когда я играю хоту, то пишется, что хота. По дефолту сот. Какой вне закон, какая анархия на хоте. Что за бред? Так, 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 что тут у нас? Давайте 6LM, окей. Послушай, Мерлина, блин, не дай боже, я проиграю Мерлина. Будешь виноват. Все, козла отпущения мы нашли. Можно катать. Так, какой таймер там? Стандартный. Да.
Так, средняя быстрая. Поехали. ГВХФ, но предварительно. Обязательно надо пеку в чате, конечно, удачу кидать. Это вообще обязательно. Планет Тварпеки на 1000 можно капу кинуть. Все, ребят, поехали. Решающая партия. Так, играем мы шаблон 6LM10A. Фулл рандом, вне закона. Турнир без правил. Разрешено все в рамках честной игры. Понеслась. Да, на ресты. Ресты только начинается, самое интересное. У нас, конечно же, с паролем будет сейчас. Скорее всего, придется перегружать игру. Сколько, кстати, ДМО тоже делает, никак не могут этот баг пофиксить. Не то чтобы смертельный, но вот это немножко раздражает. Но это такое уже ворчание. Здорово, ребята, всем привет. Близки посетить на. Sweet Betsy from Pye, who crossed the wide Yukon with her husband I, with two yoke of cattle, a large yellow dog, a tall Shanghai rooster, and long spotted hog, singing to her last night. Здесь смена цвета. После рестартов нету тут торгов. О! Красота, ребята, синяя инферно на 6LM против красного данжика. Юху! Рош. Красиво. Ну сейчас изи, короче, минотавром разваливаем, мулик берем, четырьмя собаками просто всех унижаем. Как Беша завещал в свое время, так и играем, дерзко, нагло. Сразу резбери не трать время, нет, не буду сразу резбери, буду тратить время. И жена мне доиграть, но с тобой друг запустит. Нет, видишь, артист сейчас что-то времени особо нет. Как-нибудь, если время найдем, то можно и доиграть. Я вот поэтому не люблю сейчас фанки катать, вот это прерывается, потом тупо времени нету, потом уже и желания нету, и такое вообще. Так. Как было сыграно первая партия. Две игры было, 1-1 еще. Так, сейчас это все напишу, чтобы вопросов лишних не было. Так, значит, фулл рандом, шаблон. Шаблон 6LM. LM10A. Так, турнир вне закона. Это у нас полуфинал. Так, это у нас полуфинал. Да, блин. Дай написать сплит. Так, это у нас одна, вторая. Полуфинал, полуфинал. Было три. Счет 1-1.
Вот что значит два названия турнира на топовый вопрос. Это значит, что дважды вне закона, просто вообще вне закона, совсем. Строился грузчиком на привоз работать. Так, если я еще знаете, что найду схемка. Схемка была где-то у меня. 6LM. Спайдер нам не нужен. Так, сейчас вернем героицев. Ни разу не побывал на привозе. Ну, видимо, временем. Я, кстати, тоже не бывал на привозе ни разу. Ну, я, правда, и в Одессе был, ну, сколько, три или четыре раза был. Но ни разу не был. Смотри, твой оп видит, что у тебя синяя инферно, и что теперь ему жать рез даже при не самом удачном раскаде, как бы на его месте поступил. В смысле, синяя инферно это, самое плохое, что может быть. Ну то есть, смотрите, почему так цвет роляет, вкратце. На 6LM часто у синего цвета плохие дороги. Очень можно словить, короче, можно словить вообще одну дорогу в выход из односторонника. То есть это звездец, это неиграбельно. Ну, то есть это придется играть, да, если у тебя рестартов не останется. Но, тем не менее. Но, опять же, вот пишут тоже, бери сразу рестарт, не трать время. Тоже полная ерунда. Мы играем без правил, то есть тут нету там реста по блоку, там еще чего-то. Оппонента, если у него там сдаст какой-то блок, ну, допустим, сдало ему блок. Он, конечно, может понадеяться, типа, развести меня на рестарт, типа, у меня синяя инферно, ну, а вдруг я ловлю там шоколад, вдруг у меня две дороги. Такое тоже может быть, какая-нибудь армия нормальная. Ну, у меня, кстати, стартовая армия вполне нормальная. Только Гоги не отстроен, то такое. Дипломат мне заходит, там, какая-то, нахожу там, не знаю, коробку халявную, картограф, там, да что угодно. И он такой, знаете, пытается развести меня на рест, а у меня типа шоколад, даже за синий инферно. А я такой, окей, давай играем. И он такой, и придется брать 1-1-2, и в итоге приплывает, рестартов меньше, он проигрывает по рестам и проигрывает игру. Ну, короче, это, конечно, фантазия, такое, ну, как бы будет очень редко, но в теории быть такое может. Бывали прецеденты, поэтому, как бы, не стоит рестить сразу, несмотря на расклад. Тем более во время хода оппонента. Это раз. Что касается цветов. Чаще у красного цвета на 6LM, да как и на других шаблонах, дорожная развязка лучше. Чаще. Не всегда, но чаще. И по статистике на 6LM, на этом шаблоне, здесь вообще синий цвет в полном отсосе. То есть по статистике красный цвет побеждал намного больше раз. Статистику эту вел у нас Нитро, и там реально ну, цифры такие внушающие. Это что касается цвета. Но я не парюсь, то есть тут как бы смена цвета после рестарта, поэтому как бы в принципе все ок. Это вот если очень вкратце касательно рестарта. Рестарт это тоже часть игры, опять же, тактическая, стратегическая игра. Или просто как с Коброй мы играли, там, три раза Галтран на фулл-рандоме заходит и нормально. И поражение на 1-1-2 и как бы пойдет. Или тоже как я Анархию перестал играть, шаблон Анархию. Тоже рестарты потратил, там было говно, и сдало там что-то за инферно, тоже в подземке там, с блоками. В общем, всякое может быть. Можешь развести его на том, что ты на синем инферно не взял рестарт, типа ты в шоколаде, он один вас возьмет. Но в теории такое тоже может быть. Но это слишком рискованно.
как бы рисковать на два рестарта или на три сразу, это как бы разные вещи. Тем более на вне закона, где ну, придет тебе блок, и ты как бы тех реста не получишь. Раз ты можешь видеть, что сейчас ХС происходит, с ХВ точнее, с ХВ, не ХС месяца. Вроде там с форумом какая-то проблема, в чем дело, почему, не знаю. Но это уже не чинят несколько дней. Привет, ребята. Спасибо за пожелание удачи. Да, в самое начало все вовремя. Нидра писал типа 37 на 67, ну вот что-то типа того, но это очень существенная стата, на мой взгляд. ХВ вылечили уже? Ну а любую, значит. Так, я хотел сейчас схемку шаблона нарубить, погодьте. Погодьте, ребята. Так. Сейчас мы наложим схемку. Так. Это вот схема шаблона, для тех, кто спрашивает, что такое 6LM. Это название шаблона. Так, ну как бы и что мы тут видим? Типа с... из каждой зоны, то есть красный свет это вот оппонент, синий это я, у каждого а мышка видна, да, или нет? Нет, не видна, наверное. Ну короче, на каждом респе по два выхода на две, точнее, дорожки на смешку и выход в трежере. Вот, и смешки, вот тут куча выходов, две дороги компа, дрожа там с деревенькой, супер дрожа, тупиковая, проход без охраны, ну, 22 или 24, откуда опять же проход компа, в дрожу, бла-бла-бла, ну короче, такая вот история. Скажи о себе. Да что рассказывать-то? No name я. Зовут меня Александр, мне 29 лет, в Киеве живу, в герой играю 4 года. Стримлю 5 лет.
cats, don't worry about them. Because life is too short. I need your love every night. Так, сейчас мы пробиваем колпаков. Так, не надо моралиться. Это очень больно. Есть отжим, как бы ладно, но неприятно. Музычка в следующем. Марья, что злая.
его знает. Охранки под негра чисто. Давайте мне витамину какую-нибудь. Лучше изру, наверное, даже. Мясо прилично раздало. Ну, 4 глазика приятно, да. А так прилично, ну, не знаю. Трогало в минимальные стеки почти. Гарпи не отстроили. Только 4 глаза хорошо. Академию боевых искусств построить, чтобы типа ловить дипломата. Ну, кстати, это не неплохая идея. Сразу пробьем еще камень опыта, у меня все ложки будут сразу 3-го левела. Мне нравится идея. И луну как бы качать. Да, хорошая тема. Добрый вечер, хорошего настроения, удачной карты. Привет, спасибо, приятного просмотра. Димер сразу разведочку возможно. А тигмага можно на сукеран взять? Ну попробуй, не знаю. Даже. Ну хуже надерте со своими подсказками, да-да. Между прочим, подсказки от АК, ребята, вы вообще понимаете? Подаем в АК на АК. И стартов по 2 реста осталось. Как была проиграна катка? Какая катка? Какая катка была проиграна? О чем ты? Да, это фура, но... Dark is Dungeon норм, игрушка атмосферная. Советую попробовать поиграть. She's a wrong to a woman and she ain't got nothing to lose. Well,
вот у нас только втрижак. Так, ну будем мы это играть или не будем мы это играть?
Глазики, кстати, в перспективе, возможно, присоединятся когда-нибудь. Привет папашке Симбашке, он тоже здорово, она уже словила Дипло, нет, еще не словила, Пикадрил словил. Ну, кстати, можно было разыграть по-другому, типа Пикадрилом, ну, как бы я тогда еще одного героя не купил бы, не разведал дорогу, это провально. Пикадрилом, типа, взять вот этот камень опыта, надеяться, что продвинется дипломатия, и потом уже бить троглодитов в надежде, что они присоединятся. Ну, как бы, cool story, по-моему. Мне кажется... Ломает дерево прокачки, ну типа того, да. Ну, может сломать. Если типа неожиданный какой-то зайдет навык. Ну, ждаем, походу, что-то долго он там мутит.
song to sing, one to really, really swing. This is it. Нищеглаз это прикольно. Я сразу даже хапну, не буду там искать что-то получше. Нищеглаз нам позволит пробиться. Эффективно. Мы да, вот это респ, нормальный респ. Дорога, правда, в тржак не очень рано. Ну, то есть только в тржак. Но есть вот проход через лизардов, не знаю. Зато пикадрил дипломат, луна есть. В принципе, войско нормально. Есть инфа, что в катке. Как ты думаешь, Гаруна, есть ли инфа в катке, если я на первый ход не добежал до нее? Конечно, есть логистика или дипломатия. Он играет за Касл. Сейчас будет печаль, если Дима еще зависит. Да не будет печаль, он потратит все рестарты, я как бы согласен, нормально. Три самые важные навыка в игре. Ну как бы при игре с правилами это логистика, земля и оружие. Думаю, в таком порядке, но, возможно, там логистика точно самый лучший навык зачастую. Ну, почти. Так, 4 косыля, неплохо. Singing all night, drinking wine, boy, drinking wine, 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 wine.
Так. Screaming for more, drinking wine, boldy, only drink wine. Wine, boldy, only drink wine. Wine, boldy, only drink wine. Where's that bottle? Как мы будем видеть этих пацанов? Я думаю, пробов, наверное, не брать. Снимаю скорость, подземки полетим. Типа того что-то сделать. Как раз они разделятся на много стеков, мы шарахнем этим метеором нормальным. Стека все, суки. А чё не на 4? Ну, такая у нас типа армия, да? Так, стрелку. Кого-то ж стрелка была, мне кажется. Treat me like I'm a boy. I dress up in such pretty skirts.
because they want to pretend like we're good. All that clapping. You know, so you can tell because like it's like silent for a minute, then the volume goes up real quick. And like, yeah, exactly. See, we're right radio pros. We know all about the tricks of the trade. All right, well, come on down to the Cowboy Bar. We, the Hillbilly Hellcats, will be there tomorrow night. Don't know what time we start, but we will start at some point down there when they usually have the band start. And we want to thank again KBGA 89.9 FM for having us here. What else was I going to say? Oh, we have two CDs that we're absolutely positively sure that you cannot find in stores. And the only way you can get our CDs with our all-original music is to come down to the Cowboy Bar and pick them up. I know if you go down there and look between Garth Brooks and Metallica, you will not find our CD. But you can find it at the Cowboy Bar tomorrow night and tomorrow night only, because they'll only let us in town for one night and one night only. All right, what do you got there, Chuck? Так, нормально, кривовато развивал. White Falcon, I see. Guitar pick. Там тоже лизард. All right, well, in some places we go, people say, hey, you guys are pretty good and everything, but can you play something a little bit harder and faster? And so let's see if we can. Блядь, знаменитый один шаг, серьезно? Ладно, что, дорога есть. Так, сейчас накачнем еще луне. Полезем ли мы на чемпионов? Вот в чем вопрос. Мне нужна каким-то образом первая скорость. Надо как-то даже на настроить глаз и грейдить. Просто чемпионов, наверное, не пробью. Были бы они не грейженные. У меня сейчас стенка бьет на сколько? На 140, да, я считал. Если я продвину, будет на 200 бить. 5 СП, это 50 плюс 50. 100, да, на 2200. Два коня будет ложиться. Тут шапка. Шапка, свиток. Да я тоже думал гарпить заглядеть. Но это еще два хода. С гарпиями это вообще изи будет. Пробивается изи. Ну смотри, там первая скорость. Если они сразу... Не, подожди, если они сразу бегут вперед, то типа нормально. Если они не бегут вперед, мы можем их протащить там несколько стеков по стене. Ну не знаю, не знаю. Пара гарпий норм. Ну да, ну да. Была бы первая скорость, да. Фея плюс 2-3 гарпия. Что-то я не знаю, как там изи ты про это пробьешь. Даже не знаю. Орки свиток, походу, охраняют. Ну, опять же, если их там больше 14, ну, то есть, короче, если стек будет из трех чемпионов, я даже стек не сношу с
Не, ну с грейженными гарпиями понятно, что изи. Тут вопрос про негрейженных. А мастер гремлины, походу, охраняют проход дальше, если я правильно понимаю. Игра проще, последний геройщик. Но автор песни говорит, что надо рваться, Верона, ты же понимаешь. Я однозначно сейчас буду строить гарпию и грейдить гарпию. Не, я апнусь после взятия замка. Возможно, за эксперт чего. Я вот с экспертным огнем, у меня будет, и с пятым СП будет 200 стрелка. Ой, не стрелка, а стенка. Стены изи, все. А если больше 14 коней? Ну, просто смотри, я ставлю стену, если рельеф помешает. Короче, две стены, это, грубо говоря, если по, ну, через две стены проходят, это 400 дамага. По идее, ну, как бы чемпионы добегают, по идее. За два хода, правильно? Просто я, знаешь, что парюсь? Я парюсь, что будет какой-то рельеф, что они за два хода не доминут. А еще две стены я не смогу поставить. Вот в чем дело. Ну, то есть две стены ставятся только если первая скорость. Если как бы у меня первой скорости нету, я ставлю вплотную стенку, они стоят. Я ставлю на вторую, они бегут, они не добегают. Или подожди, если мы возьмем, кроме еще феек, еще какое-то говно, они побегут, ну то есть это они на одну не побегут. Я, допустим, ставлю, короче, стенку плотную. Короче, если они бегут, не вейтятся, то типа все нормально. Если они вейтятся, то и не пробиваются. Ну да, да, если они все рванут в первом раунде, и рельеф не подосует, тогда пробивается. Если они вейтятся, то не пробиваются. Ну то есть смотри, и, короче, я нападаю, они вейтятся, и все. Я из-за скорости не убиваю их. Если они сразу бегут, то тогда нормально. Я ставлю стенку. И они должны обязательно во втором раунде все доставать до типа стека, который за двумя стенками сидит. А мне нельзя, чтобы половина коней ехала. Мне нужно, чтобы все кони ехали в первом раунде, иначе не пробивается.
как говорится, особо ж разбитые попытки. Sticky Style. Если я не пробью, я сбегу, конечно, но у меня денег на выкуп не будет. Не знаю, стоит ли оно того. С грыжными гарпиями точно пробилась. Но это надо ждать один день. Шапка еще помимо свитка. Да не, не будем рисковать, как бы. Не, но есть шанс. Опять же, я не уверен, что все кони побегут в первом раунде. Если побегут, базара нет. Пробиваются. Ну один же, сука, завытится по-любому. Нет. Я же не с одной единички полезу. Я возьму там, допустим, ну, 5 единичек, скажем. Они все ломятся вперед. Даже если моралька насрать. Я вперед. Мне, короче, важен смысл в чем? Чтобы они во втором раунде доставали все кони до стека, который будет за стеной. То есть я в первом раунде, короче, они бегут, я ставлю стенку вплотную к стеку, который, ну, один у меня останется единичками, умираю туда, умираю в эту стенку, они, короче, на второй раунд вейтятся, потому что, ну, типа, не могут достать, не видят этот стек. Я ставлю вторую стенку, они бегут и умирают. Надо типа Лиза давать. Squeaky is you.
with all my might. Baby, yes, baby, yes, baby, yes, you're my desire. I fell in love right from the start. Yaşamaz olur. Can't you see you were meant for me? Say we'll never part. Whoa, my desire is to hold you tight and squeeze you with all my might. Так. Yeah.
Ага, подожди, сломаем. Я же эксперт огня не взял. Теперь стена на 280. Если больше 14 коней, то они не ломаются. Поедем этих лизардов бить, что делать. Лизардов пробьем по цепи, вот этих пробьем, смотрим, все нормально. Ну как дёрти ломается в две стены, если стена на 140, расскажи, если там три коня будет с таким. Если закончили, еще звонки напиши. Если три коня будет в одном или двух стеках, то придется тратить три стенки. Ну это то есть ты хочешь, чтобы я типа стенку потратил на то, чтобы пробить. Убить сначала верхних коней, да? На второй ход закрыться. Да не, мам, не хватит. Да и как бы, ну, там по сути за конями искусного шапка. А ману я пополнить, если бы мне хватало сейчас денег, ну, типа, пробить вот это все дерьмо и ГМ поставить, чтобы сразу маны много влить. Это да. Мне на 18 маны, нет, на 17 мне там больше может. Ну, вот папашки, особенно Диаблер, я, собственно, с кем я спорю. Простите, я не прав.
просто недавно выпили. Так. Вот это интересно, кстати. Можно, может, этих не играть. У нас будет и там девятая, и у нас девятая. В гарпе-то десятая скорость. Не, ну купить-то я их куплю в любом случае. Нафиг не хочется это делать. Честно. Baby,
listen, and I will shut up and shout it. Want to tell the whole world about it. I know deep inside me this love is real. This love is real. And this love is real. Wherever we walk. О, да, детка. Прикольно. Ой, ребята, какой же это пиздец, ну твою мать. Да, шестым СП понял, подумал. Маны взять на габанка, даже не знаю, что выйдет из этой затеи. На габанк.
Прикольная она затея. Ну, короче, чё? Надо, во-первых, голду каким-то образом нарубить, я не знаю. Мне в идеале нужно что? Мне нужно все же грейнгарп и... Так, ребята, отойду сейчас.
our night goodbye. When I don't have my cry, I feel like I could die from wanting you. If I ever wanted you.